Дары полей и морских глубин. Мясо, молочка, деликатесы. Практически все регионы необъятной страны представили на золотой осени сельскохозяйственные достижения. Курская область не исключение. 20 наших предприятий привезли на выставку свои лучшие продукты. Наливные обоянские яблоки, пышные хлеба, сладости. Ассортимент продуктов, которые привезли с собой куряне в этом году, впечатляет. Кстати, на экспонаты можно не только смотреть. Самая приятная часть выставки – дегустация. Я обожаю эти конфетки, самые мои любимые. Спасибо. Когда мы отдыхаем в Таиланде, там вкус овощей совершенно другой, чем у нас дома в Санкт-Петербурге. Вот рассчитываем, что курские яблоки попробуем. Они также созревшие на солнце, как и фрукты в Таиланде. Они круглосуточно на страже продовольственной безопасности страны и Соловьиного края. Заслуги курян в сельскохозяйственной сфере отметили на самом высоком уровне. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Машаров Николай Васильевич, водитель предприятия «Новый путь» Курской области. Наши предприятия приняли участие и в отраслевых конкурсах. Представили на пробу жюри «Золотой осени» свои продукты. Эксперты выбирали лучшие из тысячи образцов. В результате всего за один день выставки куряне завоевали 8 медалей высшей пробы. Это и крупные агропромышленные холдинги, которые представляют свою продукцию. Это и наши небольшие предприятия, мелкие фермерские хозяйства. Продукция вся очень востребованная и не только представлена. Она на прилавках торговых сетей Курской области, но и во многих других регионах. Экономические санкции, меры поддержки и льготный лизинг. Эти вопросы курская делегация обсудила на круглых столах и в личных встречах с партнерами и инвесторами. За первые два дня выставки были проведены ряд встреч, в том числе с потенциальными инвесторами, которые готовы у нас реализовать проекты по строительству инкубаторов премиум-продуктов второго порядка в отрасли птицеводства. Кроме этого, было подписано соглашение с одним из поставщиков сельскохозяйственной техники, который предоставляет дополнительные скидки на их продукцию для аграриев Курской области. Чем больше партнеров и инвестиций удастся привлечь в регион, тем больше качественных продуктов с родных полей куряне увидят на местных прилавках. С этой задачей наши делегаты справились. А «Золотая осень» в очередной раз показала – продовольственная безопасность страны и, в частности, Соловьиного края, обеспечена на 100%. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня.